Так, ну чё, короче, когда я проходил мимо его дома, он шатался, хотел сказать, шаровебился, короче, с правой стороны его дома. Пойдем поближе Блин, я прощупаем. ж думал, ты которую слева хочешь рейдить, мне аж плохо стало. Нет, там, до свидания, там какие-то одни сплошные ячейки. И он должен быть в онлайне, я услышал недавно. Ну сейчас-то он, может, еще пока не зашел. А, Как раз есть ну, время рестарт то, что... посмотреть, да. То есть там, где он чаще всего топает, там и надо взрывать. Ну вот как раз пробить ему одну стенку. Везет, что у него одна стена всего идет. Слушай, я там щель огроменную вижу, там случайно пролезть нельзя. Не знаю. Нет. Сейчас посмотрим. Блять, мне кто-то патроны раздропал, только сейчас заметил. Да. Пиздец, просто весь инвентарь. Ты У гадаешься? него внутри завод. Это застроенный завод. Охренеть. Твою мать. Ну, в принципе, если мы бахнем шкаф, тут же нельзя шкаф в зоне шкафа. По идее, мы пристроимся Нет, куда-то. который внизу, он нам ничего не даст. Уверен, тут есть вплотную шкаф. Сейчас, секундочку, подожди. Тут Охренеть, по-любому он что-то даст. застроил прямо с крышей грёбаный завод. Вот этот шкаф. Сейчас, ребят, подождите. Я смотрю с другой стороны. Хочу на скалу взалезть. Взалезть. Так подожди, это что, все что ли завод? Это даже не дом? Ну, может, он там и хранит лут, но мы затрахаемся, мне кажется, его искать. Он может быть в любой буферке, в любой ячейке, Но потому что, нет, но у типа, него такой жилое разгрузил и все. помещение будет нормальное. Справа, типа, есть, где железка одна, окно. А, вот он. Я думал, он его с потолком застроил. Типа вот эта вот башня, это типа, думаешь, его дом? Да. Так Мне это кажется, изи. просто отстрелка. Вот это он, короче, хочет много копать. Две Блять. Случай. сихи на шкаф и сколько ракет-то взять? Штук 12? 16? 16, наверное. Чтобы пройти туда. Но это жесть. Так, Надо ладно. эти ресы на кирке и. Да, и все. У меня калаш появился секунд на 20 раньше, чем ты. Так. Показывайте, какой шкаф. Ну вот за этим прям. Ну вот прям ткни мне. Направо. Вот он. Вот этот? Вы уверены? Ага. Феникс, ты уверен? Окей. Поехали. Дашь А, мне на. кирочные дела? Блять, это может быть фейк. Окей. Шкаф. Нет, повезло. Наоборот, выписать еще надо. Выписал. Так, все, я на дозор пока что. Ну, Вы строите. Ну как? получается? Да. Путем? Да, я там пилар. Да, все. Иду. Пробуйте. Ну только здесь еще ниже шипы. Да шипы-то пофиг. Ой. Все, я здесь. Так, а как прыгать? На треугольник. Вот так. Левее, да. Оп. А потом ко мне. Оп. Нормально. Так. Блин, только что-то хп как-то кончилось. Ну так себе, Нормально, кстати. 8000, да. Вот это топчик. Так, а что у него с топливом тут? 168. Так, и что это такое-то? Это можно выколупать кирками. Блин, ну охренеть, слушай. А это что? В смысле можно было проползти здесь? Где проползти? Да вон. Тоже, в принципе, две Блять. сихи, чтобы вынести. Ну ладно, мы не в минусе все равно. Но зато у нас шкаф есть, это лучше, чем там мы стену бы взрывали, и нам никто не зайдет теперь. 170 тысяч этого угля еще было. Поломайте В чем? перестройку. В ящиках? В печке. Ой, в печке. Нормально. Ну что, мы в дом идем? Колупать будем, да? А вот это что слева? Дверь Где? армированная. Вот это вот, я думаю, это на выход тоже куда-то. Мэтт, так дашь кирку? Вон ящик там. Скидывай туда. Все заберут. Да, этим мне система строительства в Расте не нравится. Пацан столько потел, столько всего строил. Мы взорвали один шкаф, и мы облутали его этот. Но разве это не бред?
Так, добивается. Опаньки. Охренеть, это полноценный дом. Тут нормально. Это полноценный, мать его, дом. Дай вверх колупаемся. Давай. Кирки хватает пока? Да, да. Но только я тебе говорю, он онлайн был. Он может выйти просто в любую минуту из дверей. Ну давай мы с Дианой колупаем, а... Давай, потому что пока фениксов укажет, это жесть. Так. Отлично. Давай, Диан, подсад. Оп. Так, я внутри. Опа, печки. Так, ящики. Снизу? Нет. Сверху, но сульфура нету. 16 тысяч металла. Нет, сульфура нет. А здесь что? Что? Лестница. Давай. Оп. А, шипы, ебать. Угу, это все огромная башня. Опа, а здесь застро... А, ну я так понял, он там ремувит и лестницу специально прикрепил, чтобы можно было вылазить. Получается армированная дверь или что? Это вход, армированная же дверь. Мне кажется, вот эта ячейка, Фень, которую ты смотрел, это может лестница? Вот же лестница. А, ну это тогда первый этаж. Интересно. Вход, а куда вход-то ведет? Вопрос. Какой? Тут же дверь. Как ты говоришь, вот этот вход? Вот в этот? Нет, вот это. Ну, вход в его дом, алё. Ну, а куда он ведет? Не знаю. Значит, нам туда надо? Нет? Давай выдолбим ящики и в центроуху долбанёшь. То... Вон там. Вот он. У него там лут, твою мать. Отходите. Мазафака. Открыл. Давай. Долби. Давай. Так, нормально. Мне главное... Минус. Что? Нет. Отлично. Вот теперь все. Охренеть, это было все здесь? Это было все здесь? Мы могли все это всколупать. Подожди. Я минус. Кто? Дома. Лекаюсь. С окна. Нихера их там. Он прям на вас выходит окно. Так, ну-ка, мазафака. Где он? На, лови. Сука. Так, где он? В угловом был только что. Не вижу. Лекается, наверное. С другой стороны вылезет. У него окон слишком много. Я назад отхожу, чтобы видеть. Где? Верхняя, средняя. Заспаунился. Так, я иду смотреть. Есть тут? Блядь. Там много. Хедшот ему. Всякая херня. Подсадите меня туда, к нему. Пожалуйста. Я тоже. Так. Он посередине где-то. Тихо. Здесь нет. Вот, бля. Убил его. Что ты? Иди сюда. Что? Ты вот это видел? Нет. Я тоже. А вроде, а может и... Нет, я этого не видел, но это пусто. Так у него рез. Да? Да. 60... Да это все не то, где сульфур? Откуда он взялся? Нет, он откуда-то вылез, у него были рез. Где-то тут еще нычка есть. Лутаю его. Так. Откуда он появился? Не знаю. Блядь, а что у него за ник? Пико. Да, он пишет, он в чате. Мерласка еще. Нупс почему-то пишет, ну хз. Потому что мы его обидели. Тогда давай взрывать вот эту херню, которая армированная. Какую? Вот эти двери остались. Там по-любому что-то есть. Так мы же там колупаем, или нет? Колупаете. Там 30 хп осталось. Да. Фень, Диану сможешь залутать? Нет, я фул. Я тоже. Открывай меня тогда. Так. Твою мать, у нее просто пипец резко. Столько гранатометов и ни одной ракеты. Угу. Вот это странно. Я уже бегу к вам. Разбил. Это буферка. Да. И чё?
Взрывать. Давай. Вот туда. Угу. Вот он, орёт. Он здесь. Он в этом, в армированной херне, смотри. Угу. Сам слился, ну. Все, последний выстрел. Угу. Куда-то. Он в центре болтает, здесь. Давай дальше. Он за этой стеной. Да? Вот здесь, за этой, прям долго. Перевернутый? По-моему, да. Но у него рейд-блок. Но он с каменным топором. Угу. Последнее. Открыл сейчас. Блять, он, я не еще знаю, одна. Где. Он в ячейках. Вот прям тут где-то звук. Так вот же он долбит, 94 хп. Так может насрать. Точно? На него, если у него только каменная кирка, нафиг он нам нужен. Подожди. Это не здесь там. Вот звук вообще усилился. Надо сверху бить. Да. Так это ж на улицу. Он с внешки может долбит, алё. Да. Может быть. Да и запейте мне. Подожди. У него тут окна. Откуда появился тот сверху? Да, да, вот это интересно. Может быть, он зашел? Как? Я иду в игру. Бля. На шипах, ты? Да я. Не пугай так. Буду контролить на того и первый этаж. Чтобы он мало ли зарисается тут. Где он был? Это кто подбегает? Я. Диана, стой, наоборот, сюда подойди. В другую сторону иди. Где центр у него? Вот я стреляю, слышишь? Да. Там проверь, он с внешки ничего не бил. Тут стены каменные. Точно. Там же каменные стены. Кстати, дальше у него еще пространство есть вот это. Где мать сидит? Не знаю. Значит, долбим. Потому что... Как-то-то это надо выяснить. Там так. Он? Нет. Это другой тогда. Где, Феня, вот здесь, да? Сверху. Хз. Ты понимаешь, у него вот там еще пространство есть, где ящики он открыл. Ну и чё? Ну то, что тут много, куда долбить. И вот сюда, справа еще можно, смотри. Вон туда. Это он строит? Это Диана, наверное. Сейчас я уже. Нет, звук был строительства же здесь. Опять он долбит. Давай сверху просто долби в эти треугольники и все. Диан, ты залезла? Да. Вот здесь он бьет где-то. Вот тут. Да. Просрём ракету. Дайте новую мне накрафтим. Патроны кто-нибудь. Угу. Сейчас ты где? А, блядь, сейчас. Он на шипах. Вот. По ящику пошарься там бутовой. Там чё что-то чё? Осталось, что ли, блин. И что? Пусто. Вот он здесь между. Я тебе отвечаю. Тут чисто. Вот его спальник. Он там. А. Угу. Что это за место? Ну, это между его вот этих вот херовин. Да, вот факел валяется выкинутый. Да, он там сидит. Да. Ну, у меня осталось сколько? Одна ракета и все. Бля. Че он нуб сорал, я не понимаю. Ну, вон-то у нас, блядь, я к нему попал. Твою, блядь. С пипасом. Он открыл двери. Откуда он берет лут-то? Пас, я упал к нему. А? Я молодец? Я хочу ему отомстить. Ты очень молодец, тебя оттуда выколупывать как. Да это все херня, это все чипсы. Нам три стены до тебя колупать. Не-не-не, тут здесь стена перевернута, она куда-то тоже меня может привести. Ну он нас развел на сколько? На 8 ракет.
То есть он орал пока нупсы, мы же стреляли. Как нупсы, правильно? Да, ну а чё такое? А, так это же на внешку. А, ясно. Вот ты открыл двери. Вот что? Он опять. Откуда? Я не знаю, вот он опять в этих ящиках сидел. Так у него там ситхом. Да ну, не да. Может быть ситхом на втором этаже. Оп. Ты взяла, Диана? Да. Он дверь открыл-закрыл. Он закрыл себя в нычке, он в той. Ну, дай всё. Пусть там сидит. Тэпайтесь, и потом сюда кто-то. О! Вот тебе, сучка, я отомстил. Да, чайный пакетик. И это второй, их двое тут. За окно. Опа! Да, сука, да! Кто тут папка? Я папка. Ты вылез? Да, я вылез. Так. А что если ниже этажом? Откуда у них носки новогодние, а? А что вот здесь реально? А, вот здесь вот он стоял. Нет, это прослойка. Вот дальше этого помещения, там еще что-то есть. Прослойка, в которой я застрял. Да? Да, я видел вот угол один. Вот первый. Здесь что? Где я сижу наверху? Вон там, вон дальше что-то. Вот это... Да я ненавижу это окно. Если следить по слойкам, то смотри, вон там еще одна. Вот там. Вон, туда я куда-нибудь. Вижу. Что, давай тут долбить. Нет, это все треугольники. Это все буферки. Кстати, все кончился дом. Ну, по сути, да. Единственное, что можно всколупать, это. А что сказал, под вот тем, где ящики были, находилась пустота. Там помещение типа. Пустота внизу, ты видишь? А. Это как балкон. Нету здесь нихера. Они по-любому тэпали отсюда с завода куда-то в свой дом. Мы все всколупали. Так что здесь нам делать нечего. Ну. Не знаю, без комментариев. 9000 сульфура с них плюсом. Минус сколько там? 12 ракет, 16. И 2 сихи. Ну да, и 2 сихи. Но он написал бы. Написал. У нас в упор. Минус 1. Твою мать. Выхожу. Твою подняли мать. Подняли его, да? Нет, я жив. Твою мать. Я жив. Ё-моё. Вот это я зажал. Где ещё? Я не знаю, напротив двери одного убил. Мэтт, аккуратно, там может быть второй. Слева он был. Слева, видишь, лежит труп. Угу. Я лекаюсь, пока бинтами шприцы не юзаю. Это свой. Так. Убил его. Молодец. Блядь, еще кто-то есть, по-моему. Так, слева этот чё? Он встал, прикинь, не побежал. Жара у него тут. Они лутали. Ну это лутали-то они как-то херово, вот уж шприцы подъехали. Он зарезался где-то. Так. А вас что? 900 сульфура, стены и оружие. Ну какие-то ПВПшники, короче, это были. Че? Разлетаются какие-то запчасти у башни, откуда бежали болтовочники, наоборот, с другой стороны. Где мы не дошли до башни этого ублюдка. С той стороны, короче, я туда иду. Выстрелил, слышали? Да. Вот с этой стороны. Там я видел, как будто пристройка какая-то ломается или еще что-то. Башня на скале. Вижу человека. Не попал. Как не попал? Прям в башке у него было это. Наверное, показалось. Ну ладно. Так, попал. ЛРщик. А? Где он? У шкафа. Блин, они рейдеры? Кто у меня за спиной? Свои? Да. Он там, видите, разбил ее. Они рейдить собираются или что это было? Платно иду. Тоже. А кто в оранжевом был? Враг. Туда забежал. За домом. Ага. Входит внутри по железу. Ой, блин, чувак попал. Нет. Меня убил. Охуеть, вот этот трэш. Угу. Вот слева, кто это возле меня? Угу. Минус. Угу. Ой-ой-ой, мансую, ребята. Хорошо, давай, минус. Давай, молодец, минус. Умница, ты меня спас. Спасибо. Что? ТП я, давай. Я. Я. Лежат. Я буду рядом с трупом.
Давай. Принял. Нет, я иду на 5. Блядь, блокит зона. Сейчас. Принимаю тебя. Эй, оп. Так, оп. А, во, прям на труп тебя залез. Ты их дом, сейчас что ли? Сейчас лутаться выйду, да, это их дом. Давай. А, я принял, да? ЛР-ка выпал. Вышел уже в окне. Двое, одному попал. Опять там. Так. Сука. Хедшот минус. Еще один там. Феня, блин, вроде нормально тебя затэпал. Братан, вниз. Куда пошел? Сзади, да. Понес. Так, и что это? Где? Хедшот ему. Попал. На окне. И не минус? Упал. Упал? Умер он, поднимаю. Умер, да? Да. Что, его? Можно. Составной. Составной? Ага. По-моему, да. Да. Вон, блядь, оранжевая туша. А-а-а, они шкаф застраивали. Вот что они тут делали, ломали. Пока этот. У нас есть шанс. У нас нет шанса. Ну, рейд-блок можно им создать. Потом шанс будет. Там турель. Кулдаун у них, да. Атак уже есть. Начал. Ой! Скажу. Что там? Мало, он стоит там, Бонни, голый. С этой. С ЦЗшкой. Где, внизу или вверху? Вот здесь был только что, да, вот тут стоял. Ой! Попал в него много раз, убивай. Убил. Охренеть, на реакции сработал. Попал в него два раза. Поднимешь? Понимаю. Спасибо. Охренеть. Я думал, ой, блядь, я страшно-то как. Так. Подожди, лекаюсь. Так, давай-ка аптечечку. Кто по шипам? Сзади кто-то открыл. Да мы. А, это я. Все, нет, паника. Кого? Открыл. Вот теперь точно открыл. Одни крыши у него идут здесь, смотри. Надо его бахать. Шкаф? Не знаю, наверное, да. Ну чё, пошёл. Наш супер-про, да, рейдер, давай. А, ну да, у нас же мастер с нами. Супер-про-рейдер. Инженер вернулся. Вот тут вообще-то он этот. Ну да, 8 ракет надо. Ну лучше, чем в дом. Вверх есть, бегает. Двое. Попал. Бежит. Хм, я улетел. А кто тут, Мэтт? Да, я люблю. Привет. А ты что делаешь тут? Пью сульфур жарю. Пью сульфур? Нормально. Это я заикаться начинаю куда-то. Тупылю. Так, взял, значит, шприцы. Так, ну чё, ребят, 16 ракет взял. Надо больше, да? Шприцы мне возьми. Угу. Давайте 16 партию пока возьмем или больше. 32 есть, в общем. С двух ракет долбим, Фень, о, этот, мастер. Так, где ты? Мастер, блядь. Ой, я лежу. Поднимешь её? Нет. Меня добили. Ты покинешь сейчас. Вижу, их трое их. Мастер, где ты, блядь? Хули ты молчишь? Хедшот. В туалет. Блядь. Я за стенкой. Хедшот. Рядом в дом. Тут трое их, мастер. Кому тупо? Кидай. Бля, не попал. Хедшот. Так. Ну, сучка, покажись. Бля, не рашься, если нас пойдут. Мастер, иди подарку. А, подарку иду? Да. Я возле шкафа просто, где бахать хотели. Вы вместе подъехали. Не попал. Мне хедшот, я минус. Чё вы? Ой-ой-ой. Попало. Вот туда надо, Боня. Хочу. Видел, куда? Куда? Вот туда. Давай. Да, поехали. Так. Они сейчас в окна полезут. Аккуратно, ребята. Мне нужна помощь, максимальная защита. Давай. Норм. Давай, сучка. Так, перезаряжаюсь. Хочу. Молодец, умница.
Так, что здесь? Куда? А куда ты долбишь? Дальше, дальше, туда? Дальше, в шкаф, там шкаф, да. Вчера в центре. Да, я рассчитал. Я рассчитал. Где-то я тоже слышал. Ты куда? Ну, чуть поглубже. Туда, туда, нормально. Ты промазал одну. Минус. Нахера левее? Я правее бью, алло. Понял. Вот, туда, выбил. Так. Чё-то они завошкались, давай. Ой, красава, выбил. На крыше. Угу. Так, еще куда? Глубже, глубже, по прямой. Шмаляй, я не понимаю. Ресы есть, шкаф застроить? Да, хер на шкаф, сейчас, подожди. Ой, я тоже туда шмальнул. Так, что здесь? А не лишняя нихера, это центровуха, да, пошла. Вот здесь шкаф внутри, бьем дальше. Вон, я вижу двери у них там справа. Ящики, блять, это чувак справа будет сейчас. Справа будет, справа будет. Я люк видел, открылся. Где он только, блять? Или что-то это отлетело? Да, это люк был. Лут вижу. Надо выписать со шкафа их. Давай, давай, сейчас. На крыше. Хедшот. Перезаряжаюсь. Молодцы, ребята, давайте, долбите, долбите. Все, добиваешь? Так. Нет, еще одна. Я стреляю, я. А. Бать, у меня там треснуло. Крыша упала. Лут. Люк. Лут, закрывайте. Минус. Минус один. Отхожу, перезаряжаюсь. На самом верху сидит. Так, что тут? Я здесь. Они... турель, турель, уходите, уходите. Отошел. Так. Мастер не успел. Да, мастер АТП. Блять, у него КД. Я нет, надо я приду, приду, да? Там рейд-блок. Кройте просто их и все. Я держу, вон и дверь. А они с люка, с люка, с люка они. Лекусь. Видишь, вверх? Так, чекаю ящик. Две сихи, твою мать, херня. Да вон ту дверь держать. Так. Как выбить эту гребаную турель? С ракеты. Кто сзади идет? Я. Открыл люк. Закрыл люк. Открыл люк. Умер, как ублюдок. Он закрыл. Да и хер на то, что он закрыл. Ну там ящик. Подожди. Вверх, чё? Мясо. А, она... Что? Она только на выстрелы реагирует. Как? А, peaceful мод. Да он ладно. Он заспавнился здесь. Ух ты ж, блядь. Ой, блядь, ой-ой-ой. Сори, пришлось его. Меня убил. Все, убил. Ага. Короче, если у тебя в руках оружие, или ты стреляешь, она начинает агро. Я понял, что такое писмод. Он там заспавнился фуловый. Ага. Я все понял, я бегу. Я возле дома. Желтый кто, он? Он в черном. Я голый, а, с торсом. Ага. Так, давай быстрее. Он в черном сейчас может вас обойти. Блять, где? Шприцы. Какого хера болт, вот, блять? Вот, у тебя, у тебя. Так что у меня? Нету у меня ни хера. Оружие, на, дай на, мне. Вот. Калаш. Ага. Где этот дом ебаный? Так, патроны. Патроны нужны. Иду. Я минус. Где он? Отходит за дом. В скалах. Кто орёт лежит? В скалах? Да Диана это орёт. Вот он, слева. И вот я стреляю по нему, да-да-да. Попало. Сейчас жду его. Уходит в скалу. Да, в скалу ушел и хер на него лекаюсь. Диана, ты верещишь? Да. Сейчас попробую поднять. Мастер. Да, ты... блядь, хотел ракеты залутать. Там труп сейчас. Блядь, не варик, не варик, не варик. Лагаю. Он возле меня. Это я возле тебя. Да? Убил его. Отлично. Кто у меня за спиной? Я. Ага. Поднял. Спасибо. У меня шприцов нет вообще. Нахер ты полез? Я часть ракет вынес, Бонни. Меня залутай, удобно. Ага. Так, где? Сишка, 7 ракет. Патроны. Так. Лекаюсь. И сколько в этой турели патронов? А если между печек сесть, по ней стрелять, Бонни? Вот я сейчас хочу попробовать, но надо, чтобы печек сюда все пришли, понимаешь? Иду. Попадают? Лезу на скалу. Давай. Ну да. Я просто боюсь, чтобы трупы не исчезли. Да, да. Херово будет. У меня там еще ракеты остались, они все вытащат. Блять, я хочу спрятаться за труп.
Давай я попробую. Тихо, забагал, забагал. Забагал. Который есть печка разлетит. Чё-то немного как-то. Да, не как нормально. Сзади по поляне выбежишь? Нет, нет. Только не забегай, Настя. Все, я не. Там печка сейчас разлетится, у меня миллион патронов. Подхилить надо, подхилить. Чем? У меня есть ресы, подхилить. Топлива нет, иди сюда, иди сюда. В трупе ресы. А, у тебя? Залагает. Не могу. Давайте быстрее, 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 быстрее. Вот, лутаю ресы сейчас. Почему у меня патронов-то нет, мне? Тебе дам патроны. А мне вообще ничего нет. Мне нужны патроны. У меня есть оружие. На патроны, на болт. Скинул, бери. Угу. Так. Так, мастер, ты же умеешь разбирать. Лево, лево, хилит, лево, хилит. Лево. Топливо-то надо. Тоже надо. Да, топливо у меня есть. Если даже... что, у меня лишний Томпсон и помп есть кому-нибудь. Феникс, не лезь только. Я не лезу. Так, дай-ка попробую труп залутать. Так, подожди. Да, бля. Стой, она когда отвернута, она не видит меня. Угу. Лутаю. А если расстрелять ее? Ракета лутаю. Давай пробуй расстреляю ее или что? Подожди. Мины. Мясо. Мины, да. Так, 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 тихо. Уходи, уходи, уходи. А еда есть какая-то? Да, 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 я сейчас сюда. Развалится печка. На-на-на-на-на. Топлива нет? Нету. Так, 14 ракет есть. Хотя труп разделаем так. Давай. Только топора нет. Сука. Один. Я вам сейчас кину топор. Блять, хп поймал вообще. Я вот эту печку. Там в трубе есть. Сюда вот я... Топор валяется. Ваааа. Да, так, а теперь не враги есть? Были врагами, а турель. Кактусы подолби на ткань. Я ну надо давай. Забагать в правую сторону. Ты залутал у меня? Все? Да, я отхожу. Дай, дойду, дай, 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 дай. Все, блядь. Да? Все, блядь, да. Отлично. Так, и семена. И херня. Так, дерево. Это херня, все. Так, трупы их исчезли, есть запороленный ящик. Да, нам туда и надо. И чё, взрываем? Этот ящик для того, чтобы подниматься на второй этаж с люка. Где это? Сейчас посмотрю. Люк открыт, алло. И путем наверх поднимаемся, уходите. Я по безопаске выбью, чтобы мне ящик не рассыпался. Блядь. Он все равно рассыпаться должен. Да можем с подсада, без разницы. Мы у них сетхон сломали, как я понял. Вряд ли. Почему? Я думаю, здесь, ну, без разницы, есть фундамент. Не-не, это все фундамент, это нет, сетхон пропадает. Воу! Нормально. Эпичненько. Так. Это люк. Прыгай. Лезу. Печки. Дерево 100. Дерево 100. Можно расколупать будет эту, сверху. Да. Нам туда? Ага, с сишками. Возможно. Сихи есть. Накидывать? Давай сваливаем тогда. Сваливайте, я как раз по безопаске, ничего не разрушится. Так, кидаю. На проем. Чтоб больше было нам места. Че вот этот стоящик все-таки? Почему он запороленный? Ну, чтоб, может, разбили такие на шару и не заделали потом. Че там? Я не вынес. Не вынес. Вынес, это ж, блять, это ж составной дом, алло. А, да, точно. И чё? Подожди, дай гляну, что там. Еще две сихи надо. Надо сихи, надо крафтить, у меня ракета-то есть. Дерево забрал. Нам куда-то туда, да. Чё, пошел сихи крафтить? Угу. Томпсон. Да, мы им сетхомы сломали. Блядь, они давно не появляются, конечно. Я ты говорю, сетхом я себе ломал, и пропадает, если сломаешь фундамент. Я тут чуть-чуть контролю. Угу. Сейчас я тебе организую твой контроль.
Вызвали. Ну, сейчас узнаешь. Ты хотел мне будку консьержа построить? А, вот. А. О. О, ну все. О, все, ты дозорная. Я прям чувствую себя как этот... Понятно. Солдат. Ла-ла-ла-ла. Сейчас обижу, что это суп варить. Там эти были гранаты, а дай рейдблоком поставим, чтобы не улетели. У них и так рейдблок. Вот так. Он прошел, наверное. Вообще изи. English only chat. English only chat. Как приятно это слышать. По-моему, это датский. Так. Накидываю. Оп. Прощайся. Ну, по идее, это последний слой. Да. А. Ну чё? Ага, отлично, спальники. Ничего нет. Я же говорил, спальник тут. И? Да выше. А, выше. Вот здесь. Ракета, да? Погнали. Так. Ой, только будут мешать, наверное, эти... вот эти балки, да? Давай выбьем вот сюда, мастер, давай вот сюда стрелять, в угол. Да? Чтобы люк не упал еще вдобавок. Тебе ракеты, ну, дать? Там как раз лут стоит, там просто вывалится. Ну ладно, давай. Тебе ракеты дать? А то ты так вот, что-то на плечо эпично вскинул, а о чем стрелять собрался, я не знаю. Отходи, встал, пацан. У меня камшоты сидят. Говорит, там лут, там шкаф, весь такой уверен. Мистер ВХшник. Воу. Крыша поломалась. Оу. И что? Лёв. Вот сюда надо было все-таки получать. Где турель-то их? Ябай. Нашел? Так где она? Вот здесь? Возможно, где-то здесь. А или выше еще на этаж. Так потолок задамаженный, мастер. Давай туда. Или это не потолок, стой. Бля, потолок тоже задамаженный. Нет, это балки. Давай. Туда. Так. Оп-оп. 300 вот это. Да, да. Иди сюда. Ах, бля, куда ты? Угу. Я рад попасть. Все, ты добивай. Садись на мое место, там нормально. Ну чё ты? Ты куда бахал-то? Я смотрю. Да вот, вверх. Вот, вот. Блядь, там потолок был 300, ладно? Ага. Что еще скажешь? Ой. В колодце решил. Такой уже стреляет, решил в колодце. Нормально. Так. Ой-ой-ой, что-то всё. Вот турель вывалилась, да? Да. Да, она затихла. Это что, блядь? Чё там? Там ничего не видно. И что? Чё, пробуем двойные подсады? Какие двойные, одиночные? Нет, двойной еще сюда надо. Так. А, ну... Сейчас, стой. Феникс, стой. Сейчас всё лагает. Понимаешь? Бро. Так. Эть, оп, так. Да там... там чё, там, вкусно? Ой, блядь, там вкусно, да. Вкус. Сами залазьте туда, я не знаю, как туда попасть. Там пусто, просто пусто. Кул, блядь. Это что за пусто-пусто? Поздравляю. Давай. Да нет, я смотрю, значит, у них все в буферках, что ли? Либо у них нихера нету. Одна сиха была, вот эта вот. То вообще. Да, там пусто, там стрелковый этаж. Угу. А вот в этих интересно, что? Ну, это можно кирками раздолбать. Подожди, я посмотрю, туда двери есть? А, туда и двери нет, там ничего нет. Я услышала кирки. Оживилась сразу. Я люблю кирки. Но только нет турецов на кирке. Я бегу. Домой. Ой-ой-ой, что ж такие дома-то все жесткие. Да вот когда двойные, обычно в буферках хранят. Составные когда. Давай проверим. Что в ящике все-таки? Ты что сделал? Проверим. Ой. Представляешь, там ящик? Сейчас высыпется миллион серы там и так далее. Взрываем ящик? Да, да. У тебя много их? Да. Че? Че? Я слышал звук геологичек. Да. Мы рейдим. Все, хватит. Ой, под конец вообще. Твою мать, говорили они. Нагрудники.
Нагрудники. Хочу много нагрудников, блядь. Вот здесь был лут. Обмазаться нагрудниками. Я просто ими обмазываюсь. Но лут-то был. Да. Так. Это их форма была. Угу. Ну а где их лут? Ну сиха на первом этаже. Бля, да они бомжами просто были. Да у них даже верх был соломенный, видите, до сих пор, наверное, там солома. Ты чё, у каждого был на сет-оружие и всё? Не, такое ощущение, что это не основа дома. Какой-то, блядь. Второй дом. Да. Не, я думаю, здесь... Охуенно. Кирки отменяются? Я думаю, здесь время потраченное просто. Ну, блин, экшон был хороший. Пацаны сдались. Печально. Ну, у них на самом верху еще, смотри, костер, говорит, еще что-то. Ну, там нет, наверное, ничего. Да. Попробуем, так может, они голые, шкафы. Они голые спускались вниз, чтобы себя залутать и взять оружие, понимаешь? У них нету наверху оружия, они бы стреляли. И когда мы в окна стреляли, они лутали свои трупы. Нет, это все. Не будем тратить на него время.